Хо-хо-хо! Здравствуйте, дорогие карпятники! Ну что, хорошо ли вы себя вели в этом году? Отпускали ли вы рыбу? Надеюсь, что да. Я мчал на своей тройке вороной. Смотрю, Карп Тудей команда стоит. Думаю, дай-ка я загляну к ним в гости. Антон, Эдик, Витька, замечательные ребята. Вот я и подумал, почему бы мне не помочь им, чтобы их дело еще лучше спорилось. Давайте же посмотрим, что же в моем карповом мешке. Здесь у нас бойло. Бойло от компании Fun Fishing. Хорошие бойлы. Это что такое? Это же фишберри. Ребята, фишберри. Конопля с чесноком. Что, идем дальше у нас здесь? Перец. Марин Холибут. От Динамит Бейтс. Хорошо. Еще бойло от компании Сисимур. Фокбластер от компании Fun Fishing. Клей. Клей. Клей Гартнер. Стопорки всякие. Крючки. Крючки. И что у нас тут еще есть? Еще стопорки. И еще стопорки. Хо-хо-хо. Вот такой вот набор. Эти подарочки я передал ребятам из Carp Today, чтобы они разыграли их, и наиболее удачливые карпятники получили отличные подарки на Новый год. Все эти подарки будут разделены на три набора. Чтобы получить данные подарки, вам нужно сделать всего две вещи. Подписаться на группу ВКонтакте Carp Today и на группу ВКонтакте Carp Shop. Сделать репост данной видеозаписи и закрепить его на своей стене до окончания конкурса. Ну а полные правила вы найдете в описании к этому новогоднему видео. Конкурс продлится до 13 января. И в канун старого Нового года мы разыграем три отличных набора. С вами был ваш Дед Мороз. Подписывайтесь на канал ребят из команды Carp Today. Обязательно это сделайте, потому что уже в скором времени на этом канале будет розыгрыш отличных удилищ от компании Fox, новинки этого года iOS. Задавайте свои вопросы Деду Морозу в комментариях, если они у вас, конечно, есть. И в следующем году, в этот же день, я обязательно на них отвечу. Дорогие карпятники, от себя лично и от команды Carp Today мы поздравляем вас всех с наступающим Новым годом. Желаем вам, чтобы в новом 2017 году у вас были только натянутые лески, и вы поймали много новых трофеев. Но не забывайте, что рыбку, конечно, лучше отпускать. Всем пока! Хо-хо-хо-хо-хо!